Salve a tutti e bentornati sul nostro canale. Sul naso chiuso у нас. Назо Кьюза, да. Все что-то разболелись, дети разболелись, поэтому мы разболелись. Поэтому придется вам смотреть на сегодняшние наши помятые лица. Итак, сегодняшнее видео, оно будет... Нет, не претензия, это просто, наверное, наблюдение, которое мы достаточно сразу заметили. Вот, это особенности... менталитета, наверное, итальянская уверенность. Да, кому-то, наверное, покажется, что вот начали розовые очки снимаете потихоньку, начинаете понимать, кто такие итальянцы, но на самом деле... Итальянцы очень хорошие люди. Да, и я думаю, что это действительно не просто наблюдение, а когда ты это начинаешь понимать, ты начинаешь также спокойно относиться к... Да, так как мы здесь живем и достаточно быстро заметили вот эту особенность, как-то к ней привыкли, адаптировались и уже не особо не напрягаемся. Ну, давай уж не томи, какая-то особенность, наверное, сейчас скажу. Итальянская уверенность. Уверенность, правильно, уверенность. Я же сказал уже. В чем именно? В чем она заключается? Заключается. Да, ну вот очень часто можно услышать, типа, завтра все будет сделано, завтра все будет там, ну или либо через неделю, в понедельник все будет готово, типа 100% уверенно, уверенность 100%. Вот, наступает понедельник, там, или завтра это наступает. Вот, естественно, ничего не произошло, ничего не сделано. Вот, и как бы. На голубом глазу, ну, а так и должно быть. В принципе, так и рассчитывали. Да, так и рассчитывалось. Ну, то есть, как бы, вот нету переживания о том, что, как бы, было сказано одно, а на деле все по-другому. Ну, давай приведем пример. У нас есть реальный пример. Мы, во-первых, очень давно собирались, очень как-то внутренне, чтобы подойти к синдику и попросить соседнее помещение. Но мы приехали, поняли, что оно вообще не занято никем. И, оно коммунальное. Коммунальное, оно коммунальное, да. Помещение. И нам все соседи сказали, пойдите попросите, как бы, да. Чтобы туда там, складывать. Так как мы только приехали, нам казалось это как-то сложно, пойти к синдику и попросить что-то. Ну, что, наверное, так здесь никто и звать тебя никак, да, и в общем, пойти что-то просить для себя. Это... И вот в какой-то момент я все-таки решилась и встретила синдика, он ехал мимо, и я попросила его остановиться и обсудить этот вопрос на ломаном итальянском. Он меня, конечно, наполовину понял, но вернулся, вышел Борис, объяснили мы, что нам надо... это помещение, так как ну, у не нас... то, что нам надо, но вот спросили, можно ли... Во-первых, это около нас прям следующая дверь. Как-то использовать, вот. На что он сказал, без проблем. Вообще... Без проблем, да, принесу вам ключи, как бы, и все сделаем. Ну, это было, по-моему, у нас август месяц. Ну, да, где-то летом это было. Сейчас у нас что? Середина декабря, вот, ВОЗ, но ВОЗ не ныне, не как бы не, как там говорится в басне этой, в общем, дела сдвигались, да. Вот, там оказалось, что ключи от этих помещений потерялись, что, ну, сначала про нас он, честно говоря, немножко забыл, и я как-то раз пошел и напомнил немного о себе, вот, потом оказалось, что да, потерялись ключи. Кому-то дали, кто-то не вернул, и решили... Поэтому, ну, я сказал, как бы, ключи не проблема, я могу сам решить этот вопрос. Он, нет, как приедет техник, просверлит эту личинку и поменяет замок. Техник, я говорю, ну, как бы, если хочешь, я могу это сделать, как бы, надо никого техника вызывать. Он, нет, нужно, видимо, чтобы сделал это техник. Ну, спустя какое-то время действительно приехал техник и поменял эти замки. Мы все ждем ключи. Но ключей до сих пор нет. Да,
Но зато с какой уверенностью нам сказали, что нам дадут. Ну, в целом, как бы, почему мы спокойно к этому относимся, что, ну, на самом деле, действительно наступит тот момент, когда вот то, что обещано, оно сделается. Вот. Но это может быть смещаться вот неделя до полугода, до, а то и до года продлится. То есть вот как-то в этом плане в Италии совсем не торопятся с какими-то делами. Хотя даже могут сказать, что вот там к такому-то сроку все подготовим. Но этот срок будет 10 раз по уважительным причинам. Как бы 100% уважительным причинам сдвигаться. Самое главное, что у них прям 100%. Они говорят, да. То есть ты так уверен, ты веришь, доверяешь. Ну, по мне так... На самом деле очень спокойно это воспринимается, потому что сказал. Я думаю, это все относится к таким каким-то бытовым вещам. Потому что я не думаю, что доктор, приходишь к доктору, он тебе говорит, да, все отлично, завтра все. Ну не только всякие там инженеры часто так поступают. Да? Вот там в понедельник будет готова бумажка. Это, и этот понедельник через полгода может только наступить. В нормальном. То есть, я так думаю, что можно сказать свои какие-то рекомендации по этому поводу, наверное, не стесняться напоминать о себе, потому что реально. Да, и сильно не расстраиваться, если вдруг в понедельник оказался не следующим, а через полгода, потому что вот оно так нормально. На улице плюс 9 градусов, и мы еще перчатка. Хотели поговорить про погоду, потому что понимаем, что, наверное, у нас некоторое представление об Италии, что это солнечная страна. Ну, вот. Зимой это, естественно, прохладно. Да, я думаю, что мы подснимем снаружи зимние сейчас. Пейзажи. Да, зимние пейзажи. Сейчас туман еще у нас стоит уже несколько дней. Достаточно прохладно, лил дождь. Плюс еще мы все заболевшие, простывшие, с кашлями. На самом деле у нас в прошлом году было очень дождливо. Октября месяца по апрель были дожди. Сейчас вот плюс 9 показывает на улице термометр. Завтра плюс 18 обещают. Напишите в комментарии, интересно ли сделать новый обзор на продукты, потому что цены на все товары изменились, продуктовые. Да, тем более сейчас уже Рождество и рождественская корзина. Мне кажется, она изменится по цене, кстати, синдук. Да, вот вспомнишь, вот, да, вот вспомнишь, ключик надо. Вот. Что-то еще хотелось сказать по этому поводу. Да, вот, ну, в общем, в Италии не спешат, кроме как на дорогах. В общем, на дорогах вот они любят спешить, обгонять. И мы немножко тут предположили, но лично я, что такая манера вождения машин присуща южным регионам, потому что вот у нас на юге тоже очень... Южным людям, да, вот очень резво ездят. При том, что видно, что человек никуда, он может обогнать и да. Через 5 метров остановиться, припарковаться к себе возле дома. Спрашивается, зачем так? Да, вот это такая нервозность, я прям вспоминаю свое детство и юность. При этом вообще не всегда очень расслабленный. Да, мне кажется, это южная история, потому что ты не помнишь время, как... Слушайте, в Риме вообще не стоит на машине ездить. Да, тут нам, кстати, хотели у нас забронировать после Нового года люди без машины. Вот, и спрашивали про трансфер с Рима. На что я порекомендовал, что лучше как бы, если пока нет возможности взять машину в аренду, то лучше отпуск провести в Риме. Это будет гораздо интереснее и продуктивнее погулять пешком по Риму, потому что в Риме абсолютно точно не нужна машина.
здесь, конечно, нужно кататься на машине. Ну, плюс такая еще погода, что много не находишься пешком. Лучше на машине, конечно. Ну и море, я вам скажу, зимой море — это не примечательное место. То есть, ну, особо там смотреть ни на что. Вот. А еще мы включили, или пока включаем спонсорскую, как называется это, спонсорское? Спонсорство на канале. Спонсорство. Да. Напишите в комментарии, вообще спонсировали ли вы когда-либо или спонсируете какие-либо ваши любимые каналы, любимых авторов. За что спонсируете? За что спонсируете? Да, за что было бы интересно получать за спонсорство? Что вы получаете за спонсорство? Может быть, мы еще тему... мы хотели бы открыть рубрику новости. Вот. Новости Италии. Да, новости Италии. Как вы думаете, будет ли вам интересно? Это будут новости всего там, спорта, не знаю, из культуры, политики, да всего, все что угодно. Интересные какие-то новости. Что вообще читает Италия? Какие новости? Прям газету нужно читать, да? Я думаю, что мы и будем брать под упаковку газету и выписывать самые интересные новости оттуда. Как вам такая идея? Что пишут в итальянских газетах? Недельные такие прям газеты. Да, раз в неделю обзор. Вот, а еще... Да, мы уже 4 воскресенья подряд провели прямые эфиры. Интерес большой, прям. Интерес большой, да, но вот многие жалуются, что плохой звук. Вот, и просят присоединить микрофон. У нас микрофон есть только проводной петличный. Вот, а так как прямой эфир ведется через приложение YouTube на телефоне, вот это приложение абсолютно не умеет стабилизировать видео. Как это делает, допустим, камера с этого же телефона. Вот. Поэтому приходится использовать электронный стабилизатор. Вот. А с электронным стабилизатором подсоединить проводной микрофон совсем неудобно, потому что он будет перекашивать камеру. Вот, поэтому мы и задумывались... Сейчас дадим автобусу погнать нас в школьном. Оказывается, сюда где так появился. Нестор Петрович. Да, потому что, чтобы улучшить, в общем, нужно радиомикрофоны. Вот, радиомикрофоны стоят не сильно дешево. В районе 300-350 евро пара микрофонов стоит. Поэтому, если хотите поддержать спонсорство, наш канал, участвуйте в спонсорстве. Также напишите, в какое время воскресенье. Напишите в комментарии, в какое время воскресенье вам удобнее смотреть, чтобы участвовать в беседе. Прямой эфир. Да, чтобы эфир был ответственным. Более продуктивным, да. Более интерактивным. Что вас интересует, прям пишите. Потому что бывает, что так хочется рассказать, а тема, ну, интересна, оказывается, только нам, да? Также мы находимся все еще в поиске итальянского риэлтора, с которым бы сделать коллаборацию и сделать обзоры различной недвижимости, делать постоянные обзоры недвижимости на продажу. Такие вот дела. Что? Все, наверное, на сегодня. Да, это была итальянская уверенность. Как видите, мы очень уверенно. Очень уверенно мы рассказали. Рассказали, да, через забитые носы. Да, что? В случае чего... Тоже не теряйте уверенность и светлое будущее. И позитивный настрой. Grazie e arrivederci. Alla prossima.
Чао. Чао.